Приятного аппетита. Спасибо. Да. Вы с какого города, если не секрет? Не секрет, я из Москвы. А вы с какого города? Город Львов, Украина. Знаете такой город? Такой город конкретно не слышала. Но страну, в принципе, поняла, слышали, что да? Что вы с Украины. Да, с Украины. Как у вас, кстати, дела? Что у вас, как? Что нового? Что интересного? Какие новости? Конкретно в моей жизни все ок. Бывает, что не ок, ну, то есть по-разному. Ну да, по-разному. Вот. А у вас как? В принципе, неплохо. Вот как-то на днях делал кофе, над головой летели ракеты ваши. Ну, в принципе, нормально как бы. Может быть. Ну, понятное дело, что вы сейчас со сарказмом это говорите, правильно? Нет, я на полном серьезе говорю, над моим домом. Я утром делал кофе себе, жене, и над домом... Нет, я имею в виду то, что вы считаете это нормальным, я про это. Ну, уже за 2 месяца оно как-то ушло уже в привычку, как бы. Уже как-то привыклилось, я даже уже как бы, когда тревога, даже не хожу какое-то, это, ну, бомбоубежище. В принципе, зачем мне бомба? Ну да, людям с Донбасса тоже как бы уже вошло в привычку, ну типа 8 лет. Бендеры уже раздомбили Донбасс, и бомбит Бендера, это Киев, и Крым уже разбомбили, и вообще все бомбят они, и этот поляница, вот это вот клубнику, они клубнику поляницей называют, это вообще, и у них вот это вот... Бомбят они, Бендера бомбит, все. Да, наверное, как бы, уже да. Хочешь, не хочешь, войдет в привычку. Да. А скажите все мне, хорошо.